Здорово, бандиты! Также тухо. Сегодня мы разберемся в теме, которая всех нас так сильно волнует. Спроси на районе любого, какая самая пацанская тачка, и тебе ответят, что это BMW. Но почему тогда нормальные люди говорят, что BMW это говно? С этой хуйней нам и предстоит сегодня разобраться. Но для этого, братва, нам потребуется какая-нибудь пацанская бэшка. Так. Посмотрим, что у нас тут. О! Заебись. Ну, вот четкая бричка. Что там? Смотри, красная спортивная. Это, походу, Е28 84-го года выпуска. Бля, заебись. От машины отошел, э! Ты с какого района будешь? Бабки есть? А если найду? Во-во-во, братиш, полегче. Бабок нет, карманы пустые, как барабаны. Все на Макгрегора поставил, проебал, бля. Ебать ты лох. Хабиб чемпион, я поставил и нехило поднялся. А ты что тут буксуешь-то? Твоя что? Да, моя, и что это? А, нихуя, может за BMW пояснишь? Ну давай поясню. Ну садись-то. Не садись, а присаживайся. Ебать ты дерзкий. Ну что, готов его? Ну, погнали. Итак, первый вопрос. Ты кто по жизни? Пацан по жизни. На районе с усой погоняло. А чё я? Да ничего, все нормально. Второй вопрос, братан. Чё по бабкам? Не бабки, а лавы. Какой целью интересуешься? Да просто интересует, сколько вложений, бля, в тачку. Чё троишь-то? Троят Жигули. Но у меня ровно работает. И нормально вложил. Понятно, понятно. Окей. А сколько ходок? А это кто такой, чтобы за ходки спрашивать, а? Ты чё, глухарь, ёба? Не ходки, а сходки. Стэн сходки, ё-моё. Грабли отмотал, с нами пикнике чалился. На граунде выжил. Ну, с ходками все понятно. А как мадемуазели ведутся на бричку-то? Ясен хуй ведутся. Масло берут и садятся. Братан, а чё по мощности? До сотки за сколько секунд? Так быстро, что кепка слетает. Окей. Теперь последний вопрос, братюнь. Самые пацанские доработки в своей бричке. Пойдем лучше обрисую, что к чему. Погнали. Не, ну что, выхлоп, прямоток, громко, спортивно, да? Что там? Спойлер имею, баба С. Не, ну что, диски хром, почти ладонь, да? Я рекламу ебаную. Наклейки для зидов. Растонировали только на днях, ну пиздец, езжу как в аквариуме, да. Хром тряпкой протирал. Не, единственное, что фары хотя бы не растонировали, нормальные оставили. Губа в вихрь. Цветом только прогадал. Пидорас на рынке не ту краску подсунул. Пацаны смеются, черную хотел, бандитку. Не, ну чё, тачка так в целом ровная. Ровная, говоришь? Ну. Да небось пизженная бы. Да нихуя. Точно? Базар. Слушай, ну я могу это проверить, у меня есть знакомый эксперт. Не. Готов? Ну давай. О, вот здорово. Это чё за жмурик?
Это суперосмотрщик. Нихуя себе. Привет. Ты что так пополнил-то? Бабушкины щиты, вещи делают. А, слушай, мужик, у нас такая проблема. Поясни нам, как определить, тачка угнанная или нет. Да все просто. Документы с собой? Всегда с собой. Отлично. Так, ну для начала нужно сверить то, что написано в документах, и то, что есть на самом деле. Так, BMW 520, 85 года, цвет синий. В смысле? Ну, понятно. Теперь сверим пробег. Так, пробег у нас 211 370. А теперь сверим его с общедоступными сайтами. Так. Еще одна несрастушка. Ну а самое палево у BMW находится под капотом. Ну а так как BMW это пацанская тачка, нужно особое внимание уделить вину этого автомобиля. Потому что могут быть кривые цифры, кривые швы и вин кривой. Нужно проверить на ровность цифр, букв, посмотреть, нет ли рядом сварных швов. И так как это старая BMW, вин находится на брызговике, то бишь вот здесь. Но на более свежих BMW находится он у стакана, и этот стакан чаще всего переваривали. Несмотря на все косяки, которые всплыли с этим автомобилем, автомобиль оказался полностью чистым. А пробег не соответствует автомобилю, потому что владелец решил поменять приборку. Ничего, я тебе позарил, нахуй, что тачка ровная. Ну, все, окно закрыто. Огромное спасибо, осмотрщик, что пояснил за эту тачку. Да без проблем. А если вы при продаже автомобиля не хотите попасть на таких гопников, то проходите по ссылке в описании, записывайтесь на аукцион CarPrice и при использовании промокода CLUBSHOW получите 5000 рублей при продаже своего авто. Слушай, ну по аукциону мы поняли. А туда угнанные тачки могут быть? Нет, ни в коем случае. Ладно, в любом случае, огромное спасибо тебе. Пожалуйста, обращайся. Мне пока. Слушай, ну что, получается все честное, можно по дорогам поедет? Конечно. Да, все, обзорчик? Базара нет, держи. На, держи. Разобьешь, две отдашь. Базара ноль. Ну что, погнали, пацаны? Fuck your bitch, get a bag from it, then I never call her. Now she tripping, going crazy, nigga, tell her let her bubble. OG see me coming through and they say that's a baller. Итак, дорогие друзья, сейчас мы находимся в BMW. Что можно сказать, если рассуждаю, BMW говно или нет? Безусловно, новый BMW однозначно говно. Как можно было сделать машину, которая при поломке не может перевести коробку автомата на нейтралку и поехать на буксире, либо затащить на эвакуатор? Почему обязательно на новых BMW надо вызывать манипулятор? А если ты, например, в селе каком-нибудь, где ты там, блядь, найдешь этот ебаный манипулятор? Что же видим мы тут? Дорогие использованные материалы, ничего не шумит. А знаете, самое интересное, что даже руль, посмотрите, это же штатный руль, но почему он выглядит как гоночный? Потом, посмотрите, хоть и современные BMW все пытаются соблюсти свои традиции и делают уже одинаковые салоны на протяжении 50 лет, но вот этот салон, блин, он просто охуенен. Эти циферблаты, шкалы, подсветка, работающий поворотник, почему-то непонятно. И ощущение, знаете, хоть машина на пневмом подвеске, и сейчас такое состояние подвески, поднятое максимально вверх, машина достаточно комфортная. И я теперь понимаю некоторых людей, которые выбирают все-таки пневму, а не статику. Потому что на ней, в принципе, можно ездить практически каждый день. А так, ощущение, ну, у меня была не одна BMW на самом деле, и одна из них была 34-ка. Вот по ощущениям от машины мне эта тачка нравится больше. Все-таки 34-ка это какая-то более новая школа. А сейчас у нас, как обычно, тест проезда лежащего полицейского. Сейчас я, наверное, щупаю первую, хотя обычно задняя. Не, ну тут все понятно, тут изи каточка, все проходит на ура, не чиркает. Вот, все-таки пневмачи дело такое. Не зря они могут сесть не на одну бутылку, а на две.
Но в любом случае, дорогие мои пацанята, решать вам, говно ли BMW, либо нет. Мое личное мнение, что все BMW, которые были выпущены после 92-94 года, все полная параша, потому что вечные проблемы с лопнувшими радиаторами, всевозможные вот эти вот доливки масла и так далее, это полная дичь. У этого мотора уже пробег, я не знаю, 1400, и только недавно из-за того, что владелец перегрел этот автомобиль, он начал жрать масло, а до этого никаких проблем не было. Современные же машины выезжают уже с завода и жрут по литру масла на 100 километров, это никуда не годится. Поэтому, я думаю, с салоном все, и теперь мы давайте остановимся где-нибудь в красивом месте. И уже без этого чудо-гопника я вам расскажу все на самом деле, что тут установлено и как устроено. Поэтому погнали. Самое интересное, что с этой тачкой произошло, это перекрас. Как ни странно, когда машина была серая, ее практически никто не замечал. Но после того, как владелец перекрасил ее в красный и поставил вот эти вот охранительные диски, кстати, диски стандартные от какой-то старой Камара и подходит сюда практически без проставок, потому что болты тут 5 на 120. Машина стала выглядеть просто сногсшибательно, и не зря в этом сезоне она не раз попадала в номинацию топ. Это мужская машина. Мужская? Вот так вот. Окей. Тогда 525-я? С подушкой? 520-я. А, 520-я. С подушкой? А? С подушкой стоит. На снегник. Или в смысле, с аэробэгом? Ну, прием, опускается, поднимается. 85-я. Я сказал, либо 85-й, либо 87-й. Ну ладно, пацаны, продолжаем. Итак, тут у нас также сделан глушитель. Насколько я понимаю, какая-то прямая трасса, плюется огнем, но больше всего она плюется маслом, ведь это BMW. Теперь давайте заглянем в багажник. Сейчас учу вас, как выбирать крутую себе BMW. Вот видите эту штуку? Там находится штатный инструмент. И если вы откручиваете, и там есть гаечные ключи, значит машина не бита, не крашена и подходит для покупки. Как видите, тут все есть. Владелец следит за этим. Поэтому, если эта машина будет продаваться, обязательно ее покупайте. Очень хорошее вложение. Ну а так, дорогие друзья, тут же у нас установлена пневмоподвеска. Но, как видите, в багажнике ничего не видно. Потому что человек решил не заниматься этим позерской херней, всякие хардтейлы, там, чтобы все это было видно, и спрятал все под нишу багажника. Открывается она с трудом, поэтому мы не будем туда лезть, но имейте в виду. По подвеске у нас тут полный кастом, рычаги все стоковые, а вот амортизаторы, стаканы и прочее немного переделано. Сзади, как обычно, нормальным пацанам установлены подушки Рубена и также использованы амортизаторы от Приоры. Минус 50 или что-то такое, кайф, каша. Ну а спереди все по классике. Запиленные сапоги, те же самые Рубены и заниженные аморты от Приоры. Ах, бля, каша. И контролирует весь этот процесс управления от Ace of Ace. Итак, бандиты, что мы имеем в итоге? Тачку всего лишь за 350 тысяч рублей, который ебет видом. Ни один прохожий не прошел мимо. Все оборачиваются, спрашивают, что за тачка, что, какой год и так далее. Вот так надо делать проекты. Поэтому, дорогие друзья, не надо заниматься херней, делайте крутые тачки. А если вы хотите подробную информацию про этот автомобиль, приходите по ссылке в описании. Там будет драйв, ссылки на владельца и так далее. Ну, на этом все. С вами был профессор. Отписывайтесь, ставьте дизлайки и пишите круто в комментариях. А я погнал, я же отработал у этого педика машину. When it come to action, niggas ride with me screaming murder. Niggas falling off, bitches falling through. Call them play like a